Здравствуйте, с вами специальный выпуск новостей. Мы находимся на проспекте Мира. Здесь полным ходом идут приготовления к праздничному шествию. В 10 часов начнется фестиваль скульптурной инсталляции «Перспектива», а уже с 12 до часу пройдут демонстрационное шествие. Сейчас идут последние приготовления к празднику, раскладываются торговые палатки, электрики доделают работы к началу демонстрации. Уличное освещение отключаем, чтобы, когда праздник был, улица не горела. Угу. Как у вас настроение? Праздничное ли настроение? Настроение много... праздничное, хорошее. Всех жителей города поздравляю с праздником. Всего им хорошего. Все, чтобы были здоровые, с настроением. Откроет праздник фестиваль скульптуры инсталляции «Перспектива». А пока идут последние приготовления. Напоминаю, для водителей проспект Мира закрыт. Сейчас идут специальные выпуски на канале НТР. Смотрите о дне города и выборах. Если вы еще не успели проголосовать, то проголосуйте и приходите на праздник. С днем рождения, Нижнекамск! Алсу Рахматуллина, Рафаэль Ракипов, новости НТР.